И вам не хворать. Ну, сейчас на сцену выйдет удивительная женщина, которая успевает все. Она воспитывает дочь, которая сейчас здесь. На месяц у кооператора. Пишет стихи и песни, работает над музыкальным проектом с других планет. И вместе со своими музыкантами учится гармонии и аранжировки. «Царица ночи» 2015, Елена Терешкина. Да, пожалуйста.